Тимашов, Скайл НГД, команда «Восточный терминал Красноярск». Повторюсь, что нужно быть очень внимательными. Никому от трассы не отворачиваться ни слева, ни справа. Я думаю, что в этом заезде Вадим еще попробует улучшить свое время. Потому что предыдущий старт был первым на этом покрытии, в этих условиях. И я так понимаю, первым вообще в этом сезоне. Прогрев. Это целая тонкость. Вот эта вот процедура. Сначала старт на заднем приводе. Включение переднего, потом назад. И подготовка непосредственно к старту. Вадим очень опытный пилот. Чемпион России, неоднократный победитель кузнецкой жары. Ну давайте смотреть. Замиранием сердца. Повторюсь, очень и очень внимательно. Очень долго работал светофор. Вторая, третья, четвертая и последующие, если они были передачи, просто потрясающие. Старт, понятное дело, не боевой. 9,5!